Когда холодает, очень многие котофеи ищут убежище, где потеплее. Кто-то уходит в подвал, кто-то в силу этого в подвальчик уйти не может. И очень часто находит себе укрытие, особенно когда идет дождь, под машиной. Некоторые попадают в капот. Вот эта автоледи, она как раз доехала под капотом до одной из автозаправок. И обнаружили ее вообще по счастливой случайности, потому что вот этот вот механизм, болтик, в общем-то, просто так легко обнаружить все-таки не получилось бы. Слава богу водителю, он оказался человеком со стажем, и он понял, что что-то у него не так, какая-то деталька там лишняя. Он остановился у автозаправочки, открыл капотик и увидел там вот это чудо, которое, естественно, когда капотик открыл, стала углубляться вовнутрь машинки. Пришлось взять домкрат и попытаться ее освободить. Она прыгала из капота в капот. Автомобилисты очень весело, дружно сделали зарядочку, но в конце концов ее поймали. Она очень активная, такой живчик-позитивчик. В настоящее время она вообще живет при одном из магазинов. Ей умиляют все покупатели, к сожалению, пока только вот домой никто взять не может. И мы очень надеемся, что вот этот котенок, который мы уже четко знаем, блестяще чувствует себя в авто, найдет хозяев, пусть даже путешественников, пусть даже часто переезжающих домой, в сад и обратно, ее не укачивают. Она великолепно знает дорогу. Она может быть вашим навигатором и очень хочется надеяться навигатором счастья.